Комедийный и драматический, искрометно-юморной и глубокий одновременно. В Ульяновск приехал народный артист России Федор Добронравов. На Аллее Славы рядом с памятником Валентины Леонтьевой зажглась его звезда. Федор Викторович снял золотую крышку под аплодисменты поклонников и деятелей культуры. Полный метр переключений, конец прекрасной эпохи и искушения, сериал «Сваты», либо горячо любимый или же вызывающий раздражение. Федор Добронравов выбирает фильмы, которые не оставляют публику равнодушной. Что же смотрит артист в свободное время? Актер прежде всего любит советское кино, наполненное смыслом, красивое и романтичное. Федор тепло отзывается о тех временах в целом. Современные фильмы Добронравову тоже по душе. Много сейчас хороших фильмов, много. Я смотрю, мне нравится, вот дети мои снимаются, я с удовольствием посмотрю. Т-34 и «Огонь» вот из современных фильмов таких. Сейчас, к сожалению, мне кажется, что перехлёст такой сейчас последние, там, я не знаю, лет 15-20, все-таки перехлёст в какой-то детективный сюжет, и милиция, куда-то кто-то за кем-то бежит, все. А вот к человеку, к самому, немножко, вот, мне странно, почему не экранизируется много, не экранизируется Василь Макарович Шукшин. Там много души русской, да, загадочной, непонятной, чудаковатый такой. Артист открыл звезду и побеседовал с журналистами. Почтить память легендарной тети Вали Федор Викторович тоже не забыл. Вместе с министром культуры Ульяновской области почетный гость возложил цветы к памятнику Валентины Леонтьевой. Добронравов в этот раз будет хедлайнером кинофестиваля от всей души. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Ул Правда ТВ.